Всем привет, с вами я, Супер, и это будет новый проект под названием Грейфер Шоу. Ну, поехали. Я вот нашел жертву. Я сделал мини-ловушку, я ее называл Бочку Смерти. Я не знаю, будет нормальный принцип. Вот, раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой, бьет-то как сильно. Сейчас закроем блоками, во-первых. Раз. Ставим сюда один блок. И бьем лицо. Бьем, значит, сейчас мы его убьем. Все, он вышел. Ловушка, значит, как она работает? Как говорил, сюда тпшаем. Блин, меня что, кикнули? Играем еще на Sunny World. World. Или как ее можно назвать? 100, 200, фак, щит, бич. Ну давайте подождем 30 секунд. Это для вас будет 1 секунда. Значит, прошли 30 секунд. Я сейчас принимаю одного чувака. Вот подцепт. Раз, два, три. Закрываем. Он думает, что происходит тут вообще. Эу, где он? Я что-то не могу понять. Давайте сейчас перезайдем. Либо он вышел с сервера, либо он хочет меня кикнуть. Я не знаю. Только что, который нам попался донатер. А тут... Тут чувак, по-моему, не тпшнулся, да. Ну, без разницы. Я тут прокачал немножко. Один слой света поставил. Сейчас сделаю. Вот, все. Давайте... ТП ко мне, ТП ко мне, стоп. ТП ко мне, алмазники, давайте ТПшитесь. сейчас я их убью в крайнем случае, стоп. Надо бы выбросить вот эти косточки. Привилегии, ну, моды от сервера. Донат тоже. Да, все. Давайте. Давайте ТПшить. Вот, одна жертва. Сейчас, подождите. На shift встанем. Значит, во-первых, shift ставим. Подсет пишем, стоп. Стоп. И при этом, чтобы он никуда не убежал, надо вот в этот угол встать. Вот, и подсет принять. Подсет. Раз, два, три. Закрываем. Прыгаем сюда. Бьем, чувак, бьем. И это наш килл, давай, убирай. Все, есть. Один, загрифили этого чувака. Замечательно. Какая радость там. Пипец у него сколько мечей было, ребят. Ну, это еще мечи бога, неплохо. Но это, понятное дело, они тупее, чем мой. Фантома меч. Ну, в принципе, хоть какой-то лут загриферили. Можно было, в принципе, это застакать. Но гриферить это тоже хорошо. Сейчас возьмем стак дерева. Сейчас я поднакрафчу сундуков. И сейчас будем продолжать гриферить. Сейчас. Два сундучка. Палочки мне вообще не нужны. Давайте еще раз. Вот специально отдельный сундук будет вот такой. Для грифера. Вот смотрите, сколько мы-то украли. Это за БС, это как не очень. Все, ложим. Стак вот этих яблок возьмем себе. Мне они понадобятся. А остальное, в принципе, это хлам. Полный шлак, хлам. Ну, вот стак алмазов. Ну, не стак 24, но это тоже хорошо. Ложим все. Сюда положим, в этот сундук тоже. Но круто, что убили. Давайте еще вторую жертву. Думаю, мне такие нубасы, как он, будут топышаться. И я их буду убивать такой бочкой смерти. Я ее назвал так. Давайте. Топышитесь ко мне, стоп. Ой. Две штуки выброшу. Давайте. Топа ко мне. Конечно, это считайте крысерство, потому что там тоже... Мы можем спокойно загриферить, а тот игрок почти ничего нам урон не сможет нанести. Опа! Еще один чел. Я думаю, это не донатер, не какой-то админ. А то у меня мне раз, два, три. А потом раз. Закрываем.
Прыгаем. Раз, два, 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 два. Ты умирай, 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 гандон. Умирай, умирай. Ха, трус. Либо он админ. Стоп. Я вот, вот такую специальную штуку сделаю, чтобы меня не отталкивали вот так. Давай, давай, давай. Ну ладно, чуточку подождем. Может быть, он и придет, чтобы я его убил. Неплохая, в принципе, ловушка. Давай. Не хочет ТП-шкаться. И либо он вышел с сервера. У него там было мало ХП. Ну, не знаю. Давайте сейчас я напишу еще раз. Может, кто-то еще. Пока я открою тут дырку. Сейчас кто-то не ТП-шнется в любом случае. Опа! Нуби! Я не знаю, это, по-моему, тот же админ, либо нет. А, не, вон, Артём. Все, вышел! Трус, трус вообще. Хотя нам нубасы приходят, давайте еще раз. Вообще какой-то нубас. Два чувака, как видели, вышли. Они думают через 30 минут зайти. Вон, нубин ко мне. Ну ладно, давайте его примем все-таки. Все-таки никто пока. Они не зайдут, по-моему, 30 минут. Давайте. ТП-ш. Блин, да ты нубас! Давай нубас убьем. Все. Вообще, опа, еще Артём хочет еще раз пизделей получить. Ну, если он сам хочет, давайте его ТП-шним. Сейчас, вот, раз, два, давай, вот зап. Вот сюда. Нет, он не ТП-шнулся. Упс. Значит, что-то случилось. Либо Майнкрафт, там какие-то проблемы. Либо еще что-то другое. Давайте, раз, два, три. Ой, блин, не то написал. Тупоцеп надо же. На одну секунду и раз, все. Я буду на две секунды, на одну секунду так. Йоу, чё, он админ? Я админ он? Он нубас. Давай, лупиться, лупиться, давай, 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 чё ты? Ну, без разницы мне тут, на самом деле. Я его сейчас всю броню сломаю. Да, ливнул, вот трус. И либо он на хом ушел. Непонятное дело. Посмотрим на все стороны, может быть, кто-то еще к нам придет. Нет. Блин, плохо, что мы только одного загрифить успели. А остальных не смогли. Давайте еще раз писать. Может быть, кто-то еще ТП-шница. Давайте, давайте. Броня ломается. Ну, в принципе, без разницы, там еще 20 штук есть. Давай. Опа! Опа! Не, мир нам не нужен, ребят. На одну секунду закрываем. Ой, админён. Стоп, еще раз сейчас его ТП-шним. Либо это админ, либо не админ. Я не знаю, зирплей. Не, не админ точно. Закрываем и бьем. Ой, трус, он убежал. Трус, трус, трус. Сейчас бы. Он сразу увидел, что это ловушка, и сразу вылетел. Ну, ушел, как трус. А, я могу его еще раз. Давайте. Отманим его. Нет, нету. Сейчас давайте пишем ТП. Сейчас я ММДН съем. И жду людей. Что тут есть? Кит-ган, что ли? Давайте. Кит. Кит, да? Кит-ган. Ну, у меня, по-моему, в сумке. Думаю, ко мне ТП-шница. Алмазники. ПВП. Вот так напишу. Я думаю, вот эти места, которые я не гриферю, я буду... Их ускоренно... Опа, чирик, 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 чирик.
Два чувака прям. Блин, не, Артём, убирайся. Давайте еще раз напишем. Я не хочу Артёма, потому что он ливнет сразу. А 2007, я не знаю, хочу. Верните мой 2007. Сейчас я ему верну 2007. Го мир, пацан. Не-не-не-не. Я без мира. Раз, два, три. Раз. Клинок берем. Два. И пям 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 пям. Надо было вышку прокачать. Тут блокомат и бьем, 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 бьем на высоте. Съедаем яблоко. Бьем, 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 бьем. Ну сейчас у него в крайнем случае броня сломается. Но я его убил. Давай, умирай. Отчинился. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел уже зайчик погулять. Давай, 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 умирай, блин, гад. Зачем он не умирает, ребят, я не пойму. Ой, блин. Я его полностью броню сломал, я его убил, считайте. Все, ура, загрейфили нубаса. Ё-моё, у него столько было жемчугу Эндера, но он его не воспользовался, но спасибо, чел, теперь у меня будут жемчуги Эндера. У меня их не было вообще. Он, в принципе, был в магазине купить. Но теперь я могу застакать, в крайнем случае, вот так. Кто не знает, как дюпать, вот, в дупе пишите. Раз, все стак. Сейчас я положусь тут по половинке. Вот, вот так, вот так. Ну, по 16 штук. Ну, почти. Вот так, 16 штук себе возьму. Ну, на всякий пожар. Если надо убегать. Сейчас в сундук. Может, вместе будем так делать. Он что-то хочет, по-моему, со мной играть. Но я ни с кем не хочу. Я буду всех одним убивать. Все, давайте. Я не знаю, что там он пишет. Я просто не умею писать в этот, как называется, чат. Личное сообщение, ЛС. Сейчас давайте. Давайте сейчас ТП ко мне. Если захочет, пусть он ко мне ТП-шится, я его загриферю в крайнем случае. Давайте. Ну, можно, конечно, искать людей и там через нодус проходить через блоки и убивать людей, но я так не хочу. Лучше вот так загрифили, так, думаю, будет полегче. Ой, у меня же броня сломалась. Ребят, что-то я не пойму. У меня броня сломалась, сейчас я возьму и восстановлю свою броню. Вот где тут? Вот шлем. Ну, начальный, вот без разницы, в принципе. Бич богу у меня в крайнем случае. Ой-ой-ой, упал, упал, упал. Простите меня за это. Сейчас. Я не могу. Опа, опа, еще Артём. Артём еще раз хочет, я не пойму. Ну давайте сейчас его топешну. Тупо отцепт. Напишу мир. Мир. Скайп есть. Скайп есть. Значит, сейчас я отойду на секунду, простите. Алло, ребят, значит, что я хотел сказать. Значит, у меня тут парень, что-то я позвонил ему, что-то он там сказал. Зря, что я не снимал тогда. Ну, что вам сказать? Что-то он там сказал, что я тебя случайно убил. Я, вот самое главное, знаете, что я сделал? Все вещи в сундуке положил, два блока взял, открыл ему, он там что-то сказал, случайно убил, типа. Через блоки заходил, у него был чит-нодус, по-моему. Даже сам написал в скайпе, я его только что заблокировал. Какой-то тоже читер к нам, вот, я никогда не буду никого добавлять в скайп, буду тупо грифить. Давайте зайдем. Сейчас они там, по-моему, у него там какой-то друг. Сейчас я посмотрю. Я пальба с вещей, все-таки я бомж. Вот, значит, я ему открыл, только что закрыл. Он меня чуть не убил.
Сейчас. Пока не буду грифелей. Он сказал, возьми свои вещи в сундуке, я не брал их. И он меня убил. Ну тут без разницы на самом деле, сейчас я возьму обратно свою броню. Вот я не знаю, может быть он сейчас прям... Меч возьмем бога. Где он? Я даже не помню. Ну, я не знаю. Где стак моих алмазных? А вот. А мечи, по-моему, где-то тут. Вот. Все. взяли свои вещи. Я сразу сундук положил. Он меня убил, значит. Ну, в принципе, от меня ничего он не взял. Напишу. ТП. я буду... ТП какого? Не, алмазники. Убью вас. Вот так напишу даже. Ну, без разницы, на самом деле. И тут гадёныш при этом, я его только что заблокировал. Он, блин, зря не снимал, на самом деле. Надо было снимать полностью. Я теперь буду полностью до одного шага. Значит, что он хотел мне сделать? Он меня хотел загриферить, мой дом, он сказал, добавь меня приват. Я его не добавлял, это понятное дело, это первая проверка грифера. Никогда не добавлять чужого чувака. Сейчас топоцепт и убиваем. Сейчас. Топоцепт. Раз, два, три. Закрываем сразу. Берем меч. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вон его чел, давай, умирай ты. Ты, гондон. Вышел с сервера, либо что-то еще сделал? Нет, вышел с сервера. Ну окей, давайте сейчас напишем. Только мне, у алмазики, убью вас! Так, прям угрожающе. Давайте. Я теперь буду полностью снимать хоть даже до скайпа. Блин, капец, блин. Сейчас подожду, давайте. Отключаемся! Вау! Ребят, тут админ был. Как видели, он летал. У него был меч бога, по-моему. Он у меня чуть броню всю не сломал. И он еще летал при этом. Я не знаю. Я пока выйду с сервера. Он может загриферить мой дом? Сейчас, давайте закроем. Открою. Ух, ну с богом. Может быть, его там и нету. Ой-ой-ой. И на самом деле это админ. Админ был Рональдо, не знаю, кто это. Ну, я знаю, что это футболист популярный, но... О, смотрите, тут написано «Привет, Россия!» Вау, привет. Блин, это админ был, я его не мог ударить, у него при этом броня была чмошная. Давайте я сейчас еще раз зайду, посмотрю, не грифит ли он мой дом. Ну, он, может быть, тут летает. Ладно, короче, тогда буду с вами прощаться, я не знаю, какой-то... Неплохой, в принципе, день. Нескольких загрифили. Некоторые попытались меня загрифить, но это не с их рук случилось. И я, в принципе, в плюсе. В плюсе, да. Ну, ладно, с вами был я, Супер. Желаю вам грифить удачно. Ладно, всем удачи, всем пока. Не забудьте поставить лайк.